Кисюля, приветик! Мы опять приехали в доверие, но сейчас у нас супер торжественный повод! Какая принцесса, тут вообще птенчик, не щенок, а птенчик, вы посмотрите эти-то пусечки. Вы представляете, сегодня утречком, только сегодня родились, это первые часы, капец. Мамаша там переживает, красавец. Такая красавица. А во сколько они родились? В 10. В 10 утра. Это полдесятого 10. Ребята, Луночка и Майк принимают поздравления в комментариях. Набросали лайков. Родились, родились. Мальчик и девочка. Ты молодец. А сейчас сравним. Посмотрите, какая девочка, какого размера. И какой великан мальчик. Боже, какой он мальчик. Сколько он грамм? Родился 560. 560 грамм. Вы такой вот кабанчик. Посмотри на эти лапы такие большие. Уже такие большие лапы. Такие большие лапы. У него такой новый пятюня. А вообще норма для маламутов щенков сколько? Ну, в принципе, 300 грамм. Это нормально. 350. Батя, встань. Хлюсы. Капец, какой хлюсы. Ох, как же у меня зашкаливают на самом деле эмоции. Мне так хочется вот этого богатыря забрать к нам домой. Представляете, какой будет мощный. Он вырастет килограмм, он больше Майка, скорее всего, будет. Он будет килограмм 80. Он просто, он огромный, он родился 600 грамм. Посмотрите, первый день. Вот этому комочку первый день. Чихуахуа взрослая такого размера. А тут первый денечек, и он уже такой большой. Сейчас, чтобы было наглядно видно, какая масенькая, еще раз, вот какая масенькая девочка. И вот такой мальчик большой. Какие вы комочки счастья нежные. Он размер с моего личика. Вам слышно, как он разговаривает? А? Вам слышно, как он разговаривает? Все, Луночка начинает переживать. Давай возвращать. Посмотрите, какая она заботливая. Все хорошо. Так, да, положи. Ну все, положи все, его, капец. Эти маленькие носки. Кто хотел бы так красиво. Вот такой мягкий. Ребята, еще неизвестно, куда пойдут, в какую семью будут жить братик и сестричка Лекси, но накидайте в комментариях, кроме поздравлений, еще как можно было бы назвать потенциальные имена. Мне так нравится мужское имя Азар. Азар. Мощно, да? Напишите ваши варики, почитаем имя для девочки и имя для этого мощного кабанчика-мальчика. На одной ладошке, это ж капец. Вообще такая манюсечка. У нее такая тоненькая кожа, да я прям чувствую ее сердцебиение. Это чихуашечка. А сколько ему сейчас? Это сколько дней? Где-то 4 дня. 4 денечка. И вот однодневный баламутик. Посмотрите, тут какой кабанчик. И тут такая кроха, блошка, холёсенькая. Тут уже 4 дня, а тут первый денёчек и такой кабанчик. Так, а что такое? Тебе мало внимания уделили? Там гавкать сидит. Окей, посмотрите, давай. А это новорожденные шпицы. Похожи на джунгариков, на хомячков, да? Такие масенькие. Та-да! А хотите, чтобы собаки познакомились уже с щенками побыстрее? Для этого, знаете, есть тут у нас вообще олдскульное движение. Помните такое, как тамагочи? У каждого из собак есть робот, свой личный робот, которого они подкармливают вот такими вкусняшками. Стабильно подкармливают шерстью, чтобы они росли. Майк у нас самый мудрый пес, поэтому выбрал, конечно же, самый мощный и крутой. Да, это самый крутой пылесос. А что это вы тут устроили? Вы посмотрите, битва роботов. Так, тогда вам нужен робот-судья, который будет решать, что здесь происходит. Прикиньте, устроили тотализатор, делают ставки. Ого, братва, кто сколько на кого вкусняшек поставил? Смотри, подбадривают. Майки, не отвлекай рефери, он будет следить. Так, проверил, все нормально, робот по правилам играет. Это самая милая битва, потому что роботы так уверенно едут в друг друга, но при этом не врезаются, потому что у них же эти умные датчики. Капец, это круто! Смотрите, уверенно катит. Да вообще просто интеллектуальная битва. Жесть! Чё вы ссоритесь? У нас тут есть чемпион!
А чей это майка, да? Победный танец судьи. Вы могли заметить, что для нас роботы-пылесосы это как татуировки, говорят. Сделал одну татуировку и остановиться уже не можешь, делаешь по всему телу. Так вот и мы, для каждой собачки свой робот-пылесос. Во-первых, ребята, вот действительно, чтобы каждый осознал, насколько это круто. Если вы чем-то заняты, работаете, робот-пылесос за вас убирает. Если у вас есть детки, то вы не отвлекаетесь, робот-пылесос убирает. Можно подарить бабушке, дедушке, чтобы им не в напряг было убирать квартиру, робот-пылесос убирает. И, конечно же, главное, если у вас есть питомцы в доме, то оп, шерсть кинули, все, шерсти нет, они убирают. А за питомцами нужно круглосуточно, чтобы регулярно пылесосы убирали. Потому что, я уверен, ваша психика не вывезет. И из-за того, что мы уже на супер опыте, я уверенно могу сказать, что Роборок это топовый. И если покупать, то нужно покупать в Цитрусе, магазин Цитрус. Я ссылочку для вас оставлю в описании, чтобы вы не парились, где покупать, какой пылесос. Роборок. В Цитрусе вообще куча техники, которая делает ваш дом интереснее. Да, что угодно, не только пылесосы. Но при этом на пылесос есть до 25 месяцев вы можете частями отдавать. И, конечно, кэшбэк на бонусный счет. Это действительно очень приятные бонусы. Причем так ювелирно в каждый уголочек заезжают. И прям даже вот реально в уголках все за счет щеточек вычищают. И максимально, вообще максимально крутой уровень. То, что, а ну, Лекся, отойди, подъезжает к лестнице и не падает. Вы можете не бояться оставлять. То есть мы же убираем и на втором этаже, и пылесос еще ни разу не свалился. Просто аккуратно, смотрите, едет по ступеньке. Действительно, роботы во всей своей красе искусственного интеллекта. Подъехал, убрал в краешке ступенек, развернулся и просто погнал дальше. Уровень. Не, ну самое крутое реально, это то, что есть приложение, и что в любое время, то есть даже я могу не находиться дома, а я понимаю, что я бегу домой, и там должно быть чисто, я могу просто взять, включить робот, чтобы он любую зону настроить, которую мне даже надо. Даже не находясь дома, можно выбрать есть, ну, да, зону, комнату и график. Очень если, сильно. Если вдруг спонтанные гости, мы едем домой, и тут, знаете, может, если раньше была отмазка, то что у нас дома не убрано, то тут я могу просто за 15 минут до нажать, чтобы робот пропылесосил, и ты такой, оп, зашел, и у тебя все чисто. Такой мега лайфхак хозяюшки. В общем, я думаю, никто не сомневается, что робот-пылесос нужен в каждый дом, а вообще за любой техникой обращайтесь в Цитрус, ссылочку я оставил в описании, и возвращаемся к нашим малюткам. Капец, Пусть. Какие они нежные, они такие нежные, это просто нечто. Пусть, Луночка, смотрите, какая Манюсечка, вот посмотрите. Это Манюсечка в ладошке. Да, Луна сразу переживает, мы ненадолго, чуть-чуть подержать. Сейчас тут ухаживают вот за попочкой отсюда. Нашей. Вот отсюда просто видно. Посмотрите, маленькая головесочка у девочки и такой большой мужик, просто огромнейший, Пусть. Огромнейший. Все, чтобы Луночка не переживала, положи. Все, поползла, ныряй. Посмотрите, пуповинка масенькая. Такая Манюська уже такая самостоятельная, ползает. Все, заползай. Ножку приподняли. Оп, аккуратненько. Тихо, лопуськи не выворачивай. Молодец, все устроилось. А вы помните, как она встречала Майка, когда он приехал первый раз с детишками знакомиться? Алёсы. О, вы крутые. О, облизунчики. Это что, все мои? Да, Майки, это твои детишки. Вот такой вот, что ты вот так. Я пошел домой, да, куда там Майки, ля, он. Майки тупо сходит, тупо убирает. Высказывал. Долго не приезжал, да? Уже не терпится, чтобы Майк познакомился с этим крупненьким, с этой маленькой девочкой. Мне так интересно обязательно, его делать. Обязательно, Майка привезем такой, знакомить с детишками. Раньше он был такой молодой, такой наивный. Ему, наверное, более стрессово было знакомиться с детьми. А сейчас же он уже такой взрослый мужик. Он уже, наверное, более осознанно подойдет к новым детишкам. Ворвалась так жадно. И тут сразу контроль ситуации, что там происходит. А тут еще такой Барбоскин, да, холёсый мальчик сидит. Когда бабёнка проходит, мы сразу тут агримся. Какие женщины рядом, не-не-не. Куда ты ползёшь?
Посмотрите, один уполз, второй сразу его ищет. Ты куда? Ты куда? Только новорожденные, такие милашки. Как ему интересно, надо повыглядывать. А что ж там мы делаем? Кому это мы в гости пришли, да? Что ты нам расскажешь? А как подошли, сразу молчит. Просто хочешь пообщаться, да, получается? Потому что сейчас отойдем, и начнет опять разговаривать. Са. А подойдем поближе, и все. И слушает, да, внимательно слушаешь, перестаем гавкать. А сейчас еще раз отойдем. Ты кайфовый. Ты с одной стороны облизываешь, а я с другой. Мне даже сложно что-то говорить. Если бы вы ощущали, какой он нежненький. Но я представляю, что это будет волчара-медведь. Просто волка-медведь. Посмотрите уже на эти лапища, на эти коготочки. Ух, просто будет мужичара. Yeah.